На Самарском заводе «Нефтефлот» приступили к строительству двух пассажирских катамаранов. Новый проект стартовал закладки киля будущих судов. Согласно техническим характеристикам, катамараны должны вмещать на своем борту около 300 человек и развивать скорость до 10 морских узлов. Замечательный проект. Пассажирские катамараны для работы на территории России будут ходить от Санкт-Петербурга до Ломоносова. Почетным гостем торжественной церемонии стал глава региона Вячеслав Федорищев. Он обратился к сотрудникам завода и пожелал успехов в реализации намеченных планов. Будем ждать, когда эти суда выйдут, будем на них смотреть. Они по-настоящему уникальные, новые. Как и все, что сделано в Самаре, сделано с качеством, сделано с любовью. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, для самарского региона речное судоходство является одним из важнейших приоритетов на сегодняшний день. Команда главы региона уже готовит большой амбициозный проект, благодаря которому Самара должна стать одним из важнейших международных грузовых хабов. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.